цельно пробить не сумел. Так, катнул мяч, скажем, в опорную ногу Григоренко. Хороший удар, Мане! И счет становится 2-0. Тарас у себя дома забивает второй мяч в ворота Владимира Логиновского. Поздравления от партнеров по команде, ну и расстройство Владимира Логиновского. Сейчас обязательно мы увидим повтор этой атаки. Малик Мане крупным планом. Радуется он забитому мячу. Ну и еще в одном матче в параллельном у нас изменился счет. Иртыш повел. Встреча с Талдыкурганском Витязю 2-1. А у нас вот еще один повтор отличного удара из-под Яворского и Главины в исполнении Малика Мане. 2-0 становится счет. И 10 минут остается играть. Потому что очень тяжело уже будет футболистам Тобола что-либо изменить. Но, тем не менее, 10 минут